Привет, ребят! Сегодня будет очень интимное видео, потому что я буду кушать. И как вы знаете, когда люди едят, они к лицу подносят еду руками, вилкой, тарелкой. И поэтому бывают иногда такие моменты экстремальные, что на лице остается еда. Вот, поэтому это будет видео максимально экстремальное, интимное, только для своих. Вот, и... Кто будет со мной вместе кушать, приятного аппетита. Садитесь тоже за стол. Включайте это видео, когда вы будете кушать. Давайте кушать вместе. Накладывайте себе все, что вы кушаете. И давайте вместе, как за одним столом, перед телевизором, в таком вот уютном, дружеском, таком вот семейном кругу, давайте с вами покушаем и пообщаемся. Пишите, что вы кушаете. Что вы кушали, может быть, сегодня утром, там, вчера? Что у меня? У меня, конечно же, моя любимая тхина. Это не майонез, это кунжутная паста. Напомню, что кунжут на иврите называется сумсум. Очень легко. В мою жизнь влез сумсум. Раньше я как-то был далек от кунжута, вот, как от этих вот прекрасных гор, как от этих прекрасных джунглей. Но сегодня кунжут в наглую влез в мою жизнь. И буквально вот он в тарелке. А сегодня он будет во мне. Потому что я его очень люблю. Он очень вкусный. Это паста кунжутная. Она такая вкусная, что я просто, мне кажется, уже и жить без нее не могу. Зависимость, наверное. Не знаю. Вот. И что сегодня буду кушать? У нас в Израиле всегда продается, вот еще с 90-х годов, как мы приехали, тут продавалась шварма. В России, когда мы жили в 90-е, такого не было. Это, я так понимаю, в России это стали продавать чуть позже. Ну, там в Украине, в Молдавии, в Литве, в Эстонии. Я не знаю, когда это у вас появилось, не пишите, очень интересно. Просто мы жили в 90-е в Сибири. И в Сибири швармы не было. И когда мы прилетели в Израиль, это был 99-й год, оказалось, что здесь уже вовсю... Евреи, арабы, марокканцы, эфиопы и все-все-все уже вовсю кушают шварму. Но она везде называется по-другому, и меня это очень сильно путает. Кто-то называет ее шаурма, шаверма, там, шварма, не знаю. То есть я привык называть ее шварма, кто-то называет ее шаурма. То есть как шварма, только шаурма, ну как бы... По-разному. Напишите, как вы называете и почему везде такое разное название. Видимо, как будто кто-то сказал, что ты будешь? Шаурма. А, шварма? Да, шаверма. Ну все. То есть, кто как услышал, так и повторил, да? Не знаю. И у нас долгое время эту шварму, шаурму, продавали в пите. Пита — это как такая лафа, хлеб такой вкусный. В этот хлеб кладут шаурму и кушают вместе с хлебом. Но потом в Израиле раньше не было японской лапши, знаете, вот эти вот забегаловки с японскими сушами, роллами. Они появились в Израиле, может быть, последние лет 10. До этого как-то не особо. Это было тут почему-то не было распространено. Но вот последние лет 10 стали открываться у нас японские тоже забегаловки. Я так понимаю, что израильтяне, евреи, они подсмотрели, как кушают японцы, и стали тоже шварму продавать вот в таких вот коробочках. Вот. Как японцы вот такие вот кладут лапшу, правильно? Так вот кушают. Так я сегодня, 2022 год, месяц март, я впервые в Израиле у нас увидел шварму и фалафель, в таких вот коробочках. А сразу скажу, что такая вот коробочка, она небольшая, вот как пол моего лица. Небольшая такая вот коробочка. Швармы стоит 30 шекелей. Я не знаю, какой там курс рубля, доллара, где вы живете. Может быть, в гривнах можете перевести, в гугле все есть. Напишите 30 шекелей в рублях, да, как пример. И вам выдаст, сколько это стоит. Ну, спрашивают... что пока, если ты говоришь типа цены, то говори тогда сразу и какая у вас минимальная зарплата, там, или хотя бы средняя. Ну, средняя зарплата у нас 12 тысяч шекелей. Пенсия у нас в Израиле
3000, ну, грубо говоря, 3000 с половиной. Вот. И такая вот коробочка стоит 30 шекелей. Швармы. Я взял одну коробочку швармы и вторую коробочку фалафель. Фалафель стоил 15 шекелей. Тоже такая коробочка, но 15 шекелей. Фалафель — это такие вот шарики классные. Их делают, по-моему, из гороха, из бобов каких-то гороховых. Они такие воздушные, они чуть дешевле, чем мясо. Шаурма — это мясо, а шарики — это бобовые, как бы вегетарианское такое. Но тоже очень вкусное. Коробочка, нам положили эту коробочку примерно час назад, полтора часа. Полтора часа назад я пришел домой, и она уже вся разваливается. Как будто, ну, она уже вся мокрая. То есть она буквально вот уже, то есть вот она рвется вся. То есть она очень мокрая, и нужно быстрее съедать, потому что мясо, которое внутри, оно может пропитаться этой коробкой. Коробка не очень прочная. В тех же японских кафешках и забегаловках, когда дают лапшу такой вот коробке, то коробка прочная, долго держится. Это я буквально при вас сейчас на это обратил внимание, что коробка, она мнется, она мокреет почему-то, она очень мокрая и рвется, нужно скорее ее, наверное, съедать. Видимо, рассчитано на то, что это будут съедать прям в забегаловке. Но кто хочет забрать с собой, вот как я забрал с собой, чтобы вот дома это съесть. И первое, что я открыл, то у меня попался фалафель. Я хочу поесть и фалафель немного, и швармы. Все съедать на камеру не буду, так поем чуть-чуть. Он положил туда вот сверху салат, и там это лук, петрушка, лук, петрушку вижу, огурец, это огурец. Вот давайте вывалим вместе с вами. Вот эти вот шарики, сейчас покажу. Не знаю, вот в России тоже стали продавать в итоге шаурму. А фалафель? У вас стали продавать? Это вот так, фалафель, это вот такие вот шарики. Их запекают, как бы у них налито то ли масло, такое ведро горячее масло какого-то. Они туда кидают эти вот шарики, и они пш, так шипят и готовятся. И вот получаются такие как бы шарики. Давайте я откушу, покажу, как они внутри выглядят. Не получилось. Все. Давайте еще один. Я, короче, вываливаю, он там еще остались шарики. Такие вот шарики у меня. В итоге сколько шариков получилось? Я не помню точно, то ли 15 шекелей, то ли 20. По-моему, 15. Вкусный шарик, прям капец, вообще обалденный, обожаю. И получается за 15 шекелей, грубо говоря, он положил мне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 шариков. Один вот я съел, 10. 10 шариков получается за 15 шекелей вместе с салатом. Да, много шариков получилось. Не знаю, смогу ли я их все съесть сегодня. И вообще шарики и все остальное лучше есть с тхиной, с кунжутной пастой. Так вот можно макнуть. Давайте сначала разберемся с фалафелем, а потом я покажу вам шаурму. Вывалю. Места освобожу немного. Всем, ребят, кто кушает, тоже приятного аппетита. Желаю вам вот хорошего настроения. Я смотрю на птичек, на животных. По-моему, я это уже видел, оно повторяется. Это видео, оно повторяется. Эта птичка уже была. А, лягушка. Такой лягушки не было. Лягушка ползет, смотрите. Лягушка. Она жрать хочет. Блин, классная такая анимация. Красиво нарисовали. Ну чё, в путь. Огурочки с петрушкой. Кунжутная паста подходит вообще идеально к овощам, к таким вот вещам. А, я хотел показать, как фалафель выглядит внутри, я забыл. Сейчас покажу. Просто это трудно. Особенно, когда хочешь есть. Такая вот зеленая штука. Зеленовато, да?
И когда вот так кусаешь, оно прям сухое. Сухое-сухое, прям кипец. Не очень вкусно, не очень приятно. Но когда ты макаешь в кунжутную пасту или ешь это с салатом, то вкусно. Кстати, вот салаты, которые они кладут с едой на вынос, у них эти салаты, вот что вот любые, там есть салаты, ну, овощи, огурцы, болгарский перчик, лук, там много-много всего, и капуста, оно в основном все маринованное, большинство, ну, вообще все у них там маринованное, они кладут не свежие овощи, а маринованные. Не знаю почему, может быть, потому что, чтобы не портилось, может быть, чтобы эти овощи сохранялись долгое время, длительное. Не знаю. Но они вот, может быть, в таком виде, они сохраняются дольше овощи. Но есть и свежие. Нет, там не всегда. Да, точно, там не всегда. Есть огурцы свежие, а есть маринованные. Есть капуста свежая, а есть маринованная. Точно, точно. Лучок такой у них розовый. Делаются. Вон. Какие вы хорошие люди. Приятно с вами сидеть за столом. Кушать, разговаривать. А когда я в школе учился, говорили, когда я ем, я глух и нем. Жестоко. А бумага. От картона оторвалась бумага. Нас учили, когда кушаешь, ты ничего не слушай, ничего не говори. Мы выросли и стали записывать видео, как мы едим и все время разговариваем. Я, наверное, шаурму съем в другом видео, а то это затягивается. Или в этом съесть, я не знаю. Я никак не могу решить. Ну, видите? И начался экстрим. На меня нападает еда. Вы любите смотреть меня, когда я кушаю, а я люблю смотреть природу, когда я кушаю. Ну, чтобы знать вообще, кого я ем. Блин, просто я наелся, фалафеля съел, и шаурма в меня, наверное, сейчас пока не зайдет. Я ее съем, но чуть позже. Тем более, вся кунжутная паста у меня с тарелки ушла.
Ну все, я поел. И после фалафеля, кстати, неохота пить, что интересно. Запить не хочется почему-то. Наверное, потому что кунжутная паста, она такая вот. Ну все, всем, кто кушал тоже, всем хорошего настроения. Всем пока, увидимся в новых видео. И всем, кто кушает, приятного аппетита. Сегодня и завтра, и всегда.